Программа более 6 миллиардов рублей в течение 5 лет. Это первичное звено включает переоборудование, модернизация фельдшерско-акушерских пунктов, станции, подстанции скорой помощи, обновление машин автомобильного транспорта, значит, скорой медицинской помощи. Конечно же, это реновация, строительство новой Бежецкой межрайонной больницы, которая у нас обслуживает весь северо-запад. Надеемся, что это в течение нескольких лет будет реализовано. Почему говорю надеемся? Потому что, конечно, самое сложное – это проект. Сейчас мы уже предъявляем более высокие требования. Это не может быть просто стандартная больница, должна быть высокотехнологичная больница, достаточно компактная и с новыми рабочими местами для специалистов, которые будут там работать. Новые, имею в виду, по технологической оснащенности. Также это капитальный ремонт и реконструкция Балаговской больницы. Это ремонт больницы в Осташкове. Это строительство новых детских поликлиник, двух в городе Кимры, одной поликлиники в городе Торжке, одной поликлиники в городе Твери. И мы тоже все очень четко понимаем те задачи, которые стоят еще и по направлению приобретения нового медицинского оборудования. Потому что под новое оборудование, конечно, нужны специалисты, которые могут эффективно работать на этом оборудовании. Поэтому, конечно, входит вопрос переподготовки кадров, усиления кадровой политики. И, как мы сейчас по итогам рассмотрения вопроса, внесем, наверное, дополнительный пункт, он будет инициативный. Это кадровое обеспечение из нашей региональной программы, общей программы здравоохранения. Планируем выделить дополнительные средства на внебюджетные места, которые есть у нас в медицинской академии, которые будут являться, так сказать, целевым проектом по обучению специалистов от правительства Тверской области для нужд нашего региона.